Ульяновцы собрали гуманитарную помощь для жителей Лутугинского района ЛНР. В Луганской республике необходимо восстанавливать инфраструктуру и налаживать жизнь мирных жителей. Первым отозвались ульяновские производства и магазины. Предприниматели выделили стройматериалы и инструменты. Собрали необходимый груз. Это бензопилы, бензогенераторы, мотопомпы, триммеры. То есть все то, что сейчас необходимо, шанцевый инструмент, что необходимо, чтобы начать развернуть работу уже по восстановлению и благоустройству. Для обеспечения административной деятельности коллегам из ЛНР направили компьютерную технику. Кроме технического оснащения и инструментов, для юных жителей ульяновцы отправили необходимые школьные принадлежности, книги, учебники и спортивный инвентарь. Несмотря на то, что происходит, у детей должно быть нормальное детство, они должны развиваться, наверное, в тех условиях, в которых они находятся, но так, как развиваются все дети. Они должны играть, они должны радоваться, они должны учиться. Это не первая и не последняя помощь ульяновцев населению ЛДНР. Напомним, что большинство регионов России взяли под свою опеку районы республик. Для подшефного Лутугинского района продолжается сбор гуманитарной помощи по адресу Льва Толстого, 58. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПрауда ТВ.